Два. Опа. Клёво, но я не очень понимаю. Мне даже нравится это представление. Дэвид Блейн, в рот мне ноги. В нос мне палец. Так, Дима, ты загадывался? Ты загадывался. Телепат? Очень близко. Надалеко. Телепортация? Нет. Окей. Да куда ты в угол-то залез? На унитазе? Что-то перед ним падает. И он задумался. Звездочет? Камнепад. Звездопад, камнепад. Не показывать, сейчас по-другому то же самое покажу. Давай. Хера себе у него... А, обезьяна в шлеме с исследовательскими проводками. Корона? Мыслишки над головой торчат. Опа-опа. Яблоки? Не то? Медиум. Мысли падают в бошку ему. Вонзаются. Экстрасекс? Экстрасекс. С телепатом ты несёшь. Секс. Аккуратней. Он не виляет сейчас. Ага, потом тут же не виляет. Негодяй. Так, снова покажем на этом. Как-то он встал, как охранник. Опа, дырка. Пять дырок? Обещал 5, 5 показал, да? Гладью. А ты придумаешь, как ты это будешь показывать через 5 минут? Задача. Ботенька, отстань, хватит смущаться. Да нет, связан с телепатией. Менталист какой-то, блин. Это связано с прогнозированием. Обещал сделать? Предсказатель? Предсказатель какой-то. Ты угадал что-то, что мы тебе загадали, да? И такой, опа, козырный показал, да? Процесс. Это существительное, описывающее процесс. Угадывание, прогнозирование, телепатии. Ты аналитик? Еще. Ты? Я понимаю. Ты. Ты что-то придумал? Нет, он угадывает. Угадывает. Что он угадывает? Он что мыслил? Процесс угадывания, да? Инсайд? Озарение? Что такое инсайт? Не раздави машинку, пожалуйста. Инсайт — это как раз интуитивное восприятие. Интуиция! Ура! Сиди шоу интуиции побеждает Юля! Я пытался показать, что такое... Что в коробочке? Три! Такой, там три! Интуицию мы угадали через инсайт.